Так, Андрюша Кизилов, здравствуйте. Как ваша опухоль сейчас? Что думаете делать? Спасибо. Это проголодание 40 дней. Ну, видите, жив пока. Здоров пока. Ничего я не собираюсь делать. А живу и... То есть, все в прошлом, что касается этой опухоли. Можно, конечно, новую нажить. Но на все воля Божья и собственную.